Злоумышленники обратили свое внимание на счета и депозиты граждан. От имени банков гражданам поступают предложения об оформлении вклада с высокой процентной ставкой. Тем, кто заинтересовался предложением, присылается ссылка на фейковый сайт банка, на котором требуется ввести действующий логин и пароль. Это связано с тем, что на счетах у граждан по обыкновению намного больше сбережений, чем, собственно, на карте. Подробности читайте на сайте.